буквально недавно мне вручили вот этот вот документ. Мне пришел участковый сегодня. Вот. Он позвонил сначала, потом пришел, что вот надо такое предостережение дать. Ну, тут написано о несанкционированных массовых мероприятиях. Я вообще никуда особо не выхожу сейчас, не выходил никуда раньше. На митинги Навального никогда не ходил. С плакатами там на пикеты я тоже никогда не выходил. Единственное, что в 2016 году я клеил листовки, что Крым — это часть Украины. Вот. Как бы свое мнение я относительно Украины и относительно нашей страны, России, я не изменил. Я до сих пор не поддерживаю и осуждаю нашу страну. А я живу в Российской Федерации. Ну вот. Вот такая история.